Я родился, вырос здесь, в селении Новокаякент. И мы в детстве приходили сюда на рыбалку, проводили все лето. Прошло время, и в 2015 году я услышал, что на озере Аджи-Папас экологическая катастрофа по телевизору. И когда увидел эту ситуацию, дал себе слово, что восстановлю это все, и сюда будут приезжать люди со всего мира. И ну, вы сами видите, да, сделано очень много работы, и это все уже дает пользу людям, окружающей среде. Эта территория очень уникальная территория. Здесь на территории у нас золотистые барханы, сероводородные вулканические гейзеры. Здесь очень много у нас птиц, очень много редких птиц. 5 видов рептилий Международной Красной Книги. И на сегодняшний день это один из лучших экологических объектов республики, потому что сюда на сегодняшний день приезжают герпетологи со всего мира, орнитологи приезжают со всего мира. Здесь все живое. Вот мы сейчас стоим, видите, да, везде птицы поют. Это просто надо любить, служить природе, служить своему району. Это многого стоит, потому что уединение с природой – это всегда, как говорится, лекарство для души. Это самое главное в жизни.